Вот здесь окученная капуста, от сорняков очищенная. Все здесь дядя Игоря вчера вечером покошено. Вот Таня с бабушкой стоят. Так, что еще? Помидорки немного от сорняков очищены. Укропчик тут собрали чуть-чуть. Вот, надо подвязывать уже. Так, я сейчас прямо перед отъездом почистила здесь немного клумбочку. Но еще остается кое-что. Вот здесь засыпанные тропинки опилками. Чистая-чистая, еще окученная капуста. Что еще интересного? Клубничка постепенно зреет. О, сейчас пойдем. Растет что-то. Бабушка здесь вот почистила клумбу. А вот и Муся. А здесь мы... О, ящерица. Специально как для тебя вылезла. А, да, привет, ящерица. Да, я тебя поймаю. А, нет, не смогу. Ну и ладно. А, о, уже зреет это, смородина черная. Очень вкусная. Просто мяу-мяу-мяу. Бабушка здесь от сорнячков все почистила. Еще раз Таня. Здесь вот все покошено. Вот тут мы играем в дартс. Что еще интересного есть? Накачали водичку, прибрались на колодец. Вот здесь все про это подмели, плиточки помыли. Ну и вот ванну сегодня выкачали, пока поливали капусту. Помашите привет, скажите. А ты маме?